Сегодня мне удалось посетить Национальный педиатрический центр в городе Ташкент, в Узбекистане. Администрация и сотрудники клиники помогли организовать встречу с родителями, чьи дети нуждаются в срочной помощи. Со всех уголков Узбекистана приехало много разных семей. Кому-то нужна трансплантация почки, кому-то пересадка печени. В каждой семье есть ребенок, которому нужна срочная неотложная помощь. Самому маленькому пациенту всего лишь 1,5 месяца, и ему необходимо провести операцию на почке. На мое удивление, многие родители не только не знали о том, что существует фонд, который может помочь собрать средства на лечение их ребенку, но они не знали даже о том, что подобные заболевания можно лечить. Лично от себя я пообещал, что мы постараемся помочь каждой обратившейся к нам семье, но в первую очередь необходимо помочь тем, кто очень срочно в этом нуждается, тем, кому ждать больше нельзя. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в Национальном центре педиатрии в Узбекистане, и все эти люди обратились к нам за помощью. Уже в ближайшее время мы оформим документы, стараемся каждому из этих детей помочь. Конечно же, с вашей помощью